О событиях вторника готовы рассказать корреспонденты телекомпании «Тагил ТВ». В эфире итоговый выпуск новостей. В студии Никита Тропчининов. Здравствуйте. Смотрите через несколько секунд. 10 литров воды в сутки на человека. Жители одного из домов на Вагонке вынуждены держать запасы в бидонах и кружках. Управляющие компании задолжали ресурсникам почти 650 миллионов рублей. Таковы итоги отчета коммунальщиков за 9 месяцев 2011-го. Пенсионеры готовы встречать холода во всеоружии. Шапки и кардиганы уже связаны. Русские узоры отмечают юбилей. $643 миллиона рублей задолжали управляющие компании за газ, воду, тепло и электроэнергию. На встрече с Валентиной Исаевой руководители организации отчитались за 9 месяцев работы. Откуда взялись такие суммы и как коммунальщики собираются погашать долги? Подробности у Альбинаса Козлаускаса. Это что такое? Сейчас сплошь и рядом. Значит, 11, 20, 15, 30%. Вы говорите, положительная динамика. Недовольство главы города вызвали отчеты руководителей управляющих компаний и цифры по просрочке платежей за газ, воду и электричество перед ресурсниками. Коммунальщики утверждают, задолженность в основном образуется при расчетах. К примеру, при поставке горячей воды компания считает потребление по своему счетчику. Не во всех многоквартирных домах такие счетчики установлены, поэтому данные расходы и потребления отличаются. При расчете, значит, с ресурсоснабжающими организациями получается, что управляющая компания ресурсники выставляет 100% по прибору учета, а жители оплачивают, те, у кого стоят приборы учета в квартире, оплачивают по своему прибору учета. Собственникам квартир, которые счетчики на свет и воду до сих пор не поставили, счета выставляют по нормативам. Отсутствие счетчиков и приводит к разнице в показаниях потребления, утверждают коммунальщики. Вторая проблема – долги населения. Но число злостных неплательщиков уменьшается. Действительно, 5-7% недоплачивают, ну это реально. Это исходя из того, что где-то у кого-то нет работы. Значит, кто-то, значит, лежал в больнице. Особенно старые престарелые люди, хотя они-то платят всегда исправно. Но нюансы бывают. И 5-7% недоплачивают ежемесячно, а с нас пытаются взять полным рублем. Так не бывает. По данным «Тагилэнерго», в среднем за поставленное в сентябре тепло управляющие компании рассчитались на 64%. Товарищество собственников жилья на 23%. Вторым вопросом на заседании рассмотрели участие управляющих компаний в программе «Тысячи дворов». Не готовы ни с бордюрами, ни со щебнем, ни с асфальтом. Я субботы, воскресенье объезжаю все дворы. Я смотрю, что у нас делается. По каждому двору могу назвать ситуацию. А ситуация такова, что ни один из данных по документам объектов на деле не готов. Подрядчики отговариваются. Поздно получили строительные материалы, из Екатеринбурга работы руководят. Далеко стало быть. Каковы бы ни были причины, программа до конца не реализована. Глава города призвала руководителей управляющих компаний контролировать работы во дворах. Альбина Скозлаускас, Дмитрий Охотников, Анатолий Тютин. Новости Тагил ТВ. 10 литров воды на человека в сутки. Жители одного из домов на Вагонке почти полгода вынуждены набирать воду в бидон и кружки. Сломался насос повышающего давления, и до жителей верхних этажей вода попросту не доходит. Подробности в следующем материале. Показывая ванну, Изябабис едва сдерживает слезы. Мужчине попросту стыдно за такое существование. В прошлом военный летчик не может обеспечить жене и дочери элементарный комфорт. Холодная вода в их квартире – настоящий дефицит. Военный пенсионер, перенесший за полгода два инсульта, вынужден сторожить кран, чтобы сделать хоть какие-то запасы. Какие бидоны воды набираете? А куда деваться? Тут что такое 40 литров воды на 4 человека? Воду пенсионер набирает и в ведра, и в бутылки, и даже в кружки. По будням, говорит, из крана идет струя толщиной со спичку, а в выходные вода и вовсе не бежит. Давление в трубах, уверяет бывший военный, недостаточное. И до 9 этажа вода не доходит, не работает насос. Насос сломался. Мы не в состоянии. Вот с 30 июня эта проблема висит. Когда я обратился в жилищно-коммунальное управление, в управляющую компанию, то есть мер никаких не принимается. Я вынужден был, представляете, лето, самая жара, не прийти, ни душ, не понять ничего. А я после инсульта 2, 8 апреля, дома находился постоянно, больше никуда не мог деваться.
С середины лета мужчина уже собрал целую коллекцию писем от управляющей компании, администрации Дзержинского района, горводоканала и прокуратуры. Везде, уверяет пенсионер, проблему решить обещают, но вода так и идет с перебоями. Комментарий специалистов нам получить не удалось. Директор ЖКО Анатолий Семин телефон не брал 2 дня. Главу Дзержинского района Игоря Комарова наша съемочная группа тоже застать не смогла. Между тем, Изябабис собирается подать на коммунальщиков в суд. К здоровью пенсионеров пристальное внимание. Люди старше 60 лет смогут поставить прививку от гриппа, не выходя из дома. В Горздраве принято решение создать специальные бригады при районных поликлиниках. Иммунизация среди лиц пенсионного возраста, к сожалению, протекает у нас не так активно, как среди организованного населения, поскольку не каждый человек у нас обращается в поликлинику. Принято решение прививать пенсионеров старше 60 лет на дому, что позволит нам в максимально короткие сроки соблюсти все основные требования по завершению иммунизации. Вакцина против гриппа для пенсионеров бесплатная. Чтобы поставить прививку, нужно лишь личное согласие и отсутствие признаков простуды. На сегодня привито уже около 16 тысяч пожилых людей. К другим темам. День таможенного работника отмечается сегодня. Свой праздник классные чины отметили на посту, правда, в торжественной обстановке. Лучшим вручили награды за безупречную службу. С награжденными встретился Альбина Скозлаускас. Наталья Фатькина 16 лет работает в таможенной службе. Помимо профессионального праздника, сегодня отмечает и день рождения. В ее ведении операции с платежами, транспортными налогами и пошлинами. Нерадивых перевозчиков приходится наказывать взысканиями. Коллеги Натальи говорят, для молодых сотрудников она служит примером и непременно делится опытом, каким должен быть современный работник таможни. Человек очень ответственный, компетентный, причем не только в знании таможенного законодательства, но компетентный в знаниях совершенно в различных областях и отраслях нашего современного законодательства. Помимо Гражданского кодекса уголовного законодательства, необходимо знать законы других стран. Но самое главное в работе, считает Наталья, мобильность и знание современных технологий. Сейчас почти весь документооборот в службе осуществляют с помощью интернета. Таможенные декларации оформляются за несколько дней, при том, что владельцам транспортных фирм и экспортерам нет необходимости лично являться в таможенную службу. Свыше 10 тысяч грузовых таможенных документов в службе хранится в электронном виде. Вообще в этом году у нас дата юбилейная, 20 лет в Федеральной таможенной службе. Вот, и у нас очень хорошие результаты. Если там касаться цифр, то мы в федеральный бюджет перечислили 1 700 000 000 рублей. Это составляет 109% планового задания. Сегодня в торжественной обстановке работники службы чествовали лучших сотрудников. Их наградили почетными грамотами и медалями за безупречную службу. Медали 2-3 степени вручили работникам с общим стажем 10 и 15 лет. Альбина Скозлаускас, Дмитрий Охотников, Анатолий Тютин. Новости Тагил ТВ. Советских солдат, погибших во время венгерского восстания в 1956 году, вспомнили сегодня в Музее памяти воинов-тагильчан. Почтить их собрались школьники, ветераны локальных войн и непосредственные участники военного конфликта в Венгрии. У нас всякие приемники, все было из... Ну, все забрали, КГБ. Не КГБ, а особое отдел. Так, потому что, чтобы не делать панику. Люди, которые, в общем-то, до конца выполнили свой гражданский долг, выполнили приказы командиров, выполнили распоряжение партии, правительства той страны, которой они давали присягу, которой они были верны. В советских источниках военные события в Венгрии окрестили контрреволюционным мятежом. В ходе уличных боев тогда погибло более 3000 человек. Наступающие холода пенсионерки Нижнего Тагила встречают во всеоружии. Отгонять ветра и снег женщины намерены с помощью ярких теплых вещей и изысканных аксессуаров. Кружку «Русские узоры» сегодня исполнилось 10 лет. Вязаные кардиганы и шапочки примерила Яна Кизилова. Шапочки, кардиганы, палантины, жилеты, юбки и сумки. На каждое изделие у тагильских мастериц ушли недели работы. Это ажурное платье для своей внучки рукодельница Тамара Стерхова вязала месяц. Идея пришла от моей внучки Юленьки. Она в интернете нашла модель. Мы выбрали нитки, и я связала, ну, за месяц связала. И она, самое главное, вязала без выкройки, все
мы примеряли постоянно. Ездили с мужем отдыхать на море. И я прям фурор там поездила. Вязать одежду Тамара Стерхова любит. С детства вяжет на спицах. В кружок мастерица ходит 5 лет. Здесь, рассказывает, научилась вязать крючком. Освоить эту науку оказалось несложно. Вязать крючком, говорит, легче, чем на спицах. Сегодня несколько своих изделий Тамара Стерхова демонстрирует перед коллегами по кружку и пенсионерами Центра по работе с ветеранами. В показе участвует еще 18 рукодельниц. Их руками связано почти 100 оригинальных и ажурных вещей. Техники вязания мастерицы используют разные. Филейные сетки, гипюрное и сцепное кружево, шнуры и бриды. Работы очень современные, потому что они пользуются последними журналами. Мод, так скажем, ну разные журналы, но по вязанию. И очень берут только самое современное. Они умеют читать по журналам, как правильно вязать схемы. Консультируется, конечно, у руководителя кружка. Кружок появился в январе 2001 года. Тогда он объединял различные направления – шитье, вязание, вышивание. Позже различные техники мастерства разделили в разные кружки. Так появились русские узоры. Сегодня, в день юбилея этого кружка, руководители и рукодельницы получили почетные грамоты от директора Центра по работе с ветеранами, а также подарки от депутатов городской думы и партии «Единая Россия». Смотрю, и вы своими руками можете обеспечить себя одеждой, наверное, своих внуков, своих детей. Да. Мало того, что вы тепло одеты, вы еще одеты очень красиво. Эти яркие ажурные вещи, уверены мастерицы и гости, способны согревать не только тело, но и душу. Анна Кизилова, Вадим Усков, Сергей Иванов. Новости Тагил ТВ. Победителем конкурса на лучшую новость от телезрителя по итогам минувшей недели стал Юрий Куренков. Мужчина сообщил нам о массовом заболевании учеников в 10-й школе. Напомним, в пятницу около 40 детей обратились за помощью к медикам с признаками острой кишечной инфекции. На сегодня в больнице находится 13 детей. Новость я узнал чисто случайно, поэтому решил передать это быстро Тагил ТВ. Ну, они там уже сработали оперативно. За то, что не остался равнодушным, мужчина получил сегодня приз от партнера рубрики «Сообщи новость» компании «Экомат». Компания «Экомат» поздравляет вас с победой в конкурсе на лучшую новость от телезрителя и вручает этот автомобильный компрессор, который вам так необходим. Сообщайте побольше позитивных новостей и будем рады видеть вас среди заказчиков нашей компании. Сообщайте новости и вы. Звоните в нашу редакцию по телефону 41 95 51 или оставляйте сообщение на сайте. Адрес tagil-tv.ru. На этой неделе телезрители поощряют магазин «Фолиньо». Сообщайте новости и получайте призы. На этом у меня все. Через несколько секунд эфир «Тагил ТВ» продолжит новости спорта с Александром Сальниковым. Не переключайтесь.